Какое я новогоднее блюдо? Начать. Last Christmas. Ну, у меня, наверное, 5 минут. Это ассоциация с нашим Новым годом. Может, 5 минут? Мне очень нравится просто фильм. Мы с мамой все время смотрим его. Давайте 5 минут будет. А хотела этот снова, мне тоже нравится. И праздник к нам приходит. Пускай будет. Праздник к нам приходит, ладно. Праздник к нам приходит. А моя любимая песня «Праздник к нам приходит». Мне кажется, let it snow, let it snow, let it snow. Можно? Как это поется? Last Christmas I gave my heart. Это песня, да? 5 минут. Нормально? Все лучшее сразу. Нет, я люблю привлекать к себе внимание. В Москве я люблю одеваться ярко, а тут я люблю одеваться тепло. Скромница такая. Пускай будет все лучшее сразу. Да, пусть будет все лучшее сразу. Сейчас мне холодно, и поэтому я капусточка. Поэтому у меня варюшки, вот перчички, все это на мне, это я. Такого нет наряда. Напишу тогда все лучше сразу. Я очень люблю стрелки. У меня всегда стрелки. Это очень удобно. Стрелки, быстро и удобно. Люблю стрелки. Я не крашусь, ответим. Можно же, да? Ну вот, я еще люблю яркие тени для глаз. Тоже прикольно. Розовый вообще топ. Буду. Женька по-любому выбрала стрелки, я выберу яркие тени. Да, если бы я умела рисовать стрелки, обязательно бы их всегда рисовала, но нет. Вот, люблю яркие тени для глаз. Натуральная красота наша, все. Свободное время зимой, ты обычно тренируюсь. Надеюсь, это мы порешили. Должен быть вариант на финале Кубка России. Ну, смотрю дома сериалы. Очень интересно, как обычно. Пропадаю на тусовках. Ну, очень хотелось бы, но нет. Пропадаю на тусовке? В смысле? Пропадаю на тусовке? Что это? Если домашний только. Ладно. Нашим ритмом жизни, я думаю, смотрю дорамы дома. А то все такие, а что такое дорамы? Сериалы. Мне нравятся бывшие и еще контейнер сейчас вышел классный. И еще с психологом один. Как же он? Тоже русский, классный. Не помню, как называется. У Даши спросить у Репниковой. Она те же сериалы смотрит, что и я. Так, а если здесь нет моего ответа? Я люблю делать видюшки. Я видеомейкер. Чуть-чуть. Ладно, я отмечу родственники, потому что мы постоянно вне дома. Ну вот, я за семейный праздник, но и веселюсь с друзьями тоже. Соединить. Ну нет, ладно, веселюсь с друзьями. А так маму с собой сюда берем на тусовки. Она тогда все привозит. Ложусь спать после боя курантов, это про меня. Веселюсь с друзьями и большой стол, где большая семья. Мне не подходят такие ответы. Вот, это интересно. Так, ну у меня будет не блестящее платье, у меня будет... Хотя нет, оно будет блестящее. Все, да, блестящее платье. Конечно, платье. Потому что в сезоне редко мы их носим. Блестящее платье. Вот. Пускай будет свитер с оленями. Свитеры с оленями. Свитеры с оленями. Пусть будет брючный костюм. Вкусно и жирно. Оливье, курочка. И тортик, это обязательно. Ну, я люблю вкусно покушать просто. Но это иногда бывает жирно, но все же бывает. Не всегда же ЗОЖ. Вообще я за ЗОЖ. Но покушать я действительно люблю. Вкусно и жирно. Как ты питаешься? Очень часто и много. Оливьешечка. Естественно. Но я за ЗОЖ. Конечно. Кто это не делает? Естественно. А что еще делать 1 января? Это удобно, ты наготовила, потом еще неделю это все ешь. Это вкусненько.
меня есть любимый салатик, вот я его всегда, мы еще делаем его всегда тазик, поэтому с сухариками, с крабовыми палочками, с оливками, с сыром, все мешается. Конечно, майонезик. И вообще просто восхитительно. Но я считаю, что Новый год не подходит для зожников. То есть в эти дни я не я. Майонеза вообще нету, морепродукты. А я могу даже предоставить оливье для зожников. Ну, туда просто идет вместо майонеза, допустим, тоже типа пеповый майонез из авокадо, или вместо колбасы можно курицу добавить. А в моем холодильнике всегда есть куриные яйца, потому что это белок, а нам он нужен. А, я новогоднее блюдо? Оливьешечка? Ты оливье! Я оливье. Ты оливье. Оливьешка! Вы тоже? Я оливье! Тоже оливьешка? О, нет! Это шуба, что ли? Я ненавижу селедку под шубой. Ну нет, можно еще раз? Я не хочу быть. Ты мандарин, да! Че, я оливьешка? Чего уже не мандаринка, а я оливье? Да, она просто, наверное, набрала половину вопросов.